Всем привет! Всем привет! Сейчас у нас обзор любимых огурчиков от Миланы. Она покажет те огурчики, которые она любит. Это огурчики Шоша. У меня такие толстенькие. Уже переросли они у нас. Это переросшие огурчики. Но все равно. Сейчас, Милан, подожди, я расскажу. Я раньше снимал видео. А покажи, тут есть еще, которые будут завязываться. Вот. Которые будут расти. Вот, вот. Вот еще. То есть, несмотря на то, что висят вот такие кабаны, у нас еще будут эти огурчики. Давай дальше покажем. Да. Твои любимые. Китайские палочки. Вот китайские палочки. Покажи. Они вот такие длинненькие. Сейчас я отойду дальше, чтобы вы увидели. Милана показывает, какие они большие. Огромные. Сантиметров по 40, да, Милан? А то и до 50 сантиметров. Ну, они не сочные, но хрустящие. Если их консервировать в банках, кусочками режем, консервируем, они получаются даже порезанные хрустящие. Покажи, Милан, еще рядом тут висят тоже китайские палочки. Ну, вот еще китайские палочки. Где еще? Вон внизу китайская палочка. Да. Вот еще маленькие уже, еще. И вот смотри, даже еще есть вот такие малыши, которые тоже завязываются. Угу. Китайские палочки. Что у нас дальше? Мой любимый трюкач. Это очень вкусные и сочные огурчики. Покажи их. Вот. Открой, подними вот так прям за ветку, подними. Смотрите, какие. Вот. А у нас, вот, как всегда, портят видео, сосед завел косилку и сейчас будет горчать. Поэтому наше видео скоро закончится, но пока он не так горчит, расскажи, Милан, с чем ты кушаешь эти огурчики? Ну, там с макарошками, гречкой, пюрешкой. Они очень сочные, да? Да, очень вкусные. И вкусные. Ну что, друзья, нам приходится прерывать наше видео, потому что вон идет дым, сосед косит и мешает нам снимать видео. Поэтому будем снимать попозже, да? Да. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.